Желание быть врачом у Дианы возникло в старших классах. А вот решение стать детским доктором пришло внезапно при выборе специализации в ВУЗе. Выпускница Омской медицинской академии уже 2 года работает в Нягинской городской детской поликлинике и ни разу не пожалела о своем выборе. Коллеги ценят за свежие взгляды, пациенты за неравнодушный подход. В вопросе о лечении какие-то новые взгляды у молодежи, конечно, есть свои, но также мы не отходим от старых взглядов, стараемся консультироваться с врачами более опытными, ну и в то же время привносить что-то свое, черпать новые знания и использовать их уже в лечении, профилактике, диагностике различных заболеваний. Стараюсь как бы понять каждого, принять каждого, даже когда ты приходишь домой. То есть профессия не отпускает. 24 часа врач. Полина из того же Омского десанта, который был направлен в Нягинскую поликлинику 2 года назад. Адаптация к условиям, отличающимся от академической практики, далась ей нелегко. Но случайных людей в педиатрии не бывает. Любовь к маленьким пациентам победила все трудности. Очень много вызовов и работы на участке тоже. Очень много пациентов. Сейчас как раз идет повышение заболеваемости, поэтому вызовов много, детки болеют. Мы к этому не были готовы, я вот к этому точно была не готова, что будет такой поток вызовов, будет такой поток пациентов. Но все равно работаем, стараемся. Постоянно на телефоне, постоянно в телефоне. Вот, пытаешься всем ответить, пытаешься всем помочь, вспоминаешь, кому что обещал, что где записал, что нужно отдать, передать, потому что хочется, чтобы пациенты были довольны и чтобы детишки были тоже довольны. Работа на участке не каждому по плечу, ведь это ответственность за несколько сотен, а то и тысяч детей. Бесконечный круговорот заболеваний и выздоровлений, необходимость держать в голове огромное количество информации и, конечно, переживания, поможет ли назначенное лекарство и правильно ли родители будут выполнять рекомендации. Но молодежь продолжает активно идти в педиатрию и готова работать на периферии. А это преемственность трудового опыта и привнесение прогрессивных методов лечения и профилактики детских заболеваний. За последние 5 лет штат детской городской поликлиники пополнили 8 молодых специалистов. Елена Гаврилова, Никита Павловский, Нягинский телеканал, специально для телеканала «Югра».